привет! Зовут меня Алена Кожемерка. Я приехала в Чехию жить, учиться, развивать свои таланты возможные и невозможные тоже. В конкурсе я буду участвовать, потому что совершенно случайно познакомилась с этой офигенной просто группой прагматики. И они увидели, что что-то могут спеть. Я с удовольствием это спою. У меня много есть талантов, я творческий человек. Я все делаю творчество. Я умею хорошо рисовать. Любые живопись, графика, компьютерная графика. Я просто чувствую это. Я думаю, что за меня будет много кто голосовать. Я же всем нравлюсь.